Вчера с императором попали на эту карту. Он был на этом, на концепте, на пятом. Вот на этом же респе. И мы пошли на зеленку. И вдвоем там были. И он, мне надо уезжать. А, уезжать, я говорю, стой. Ну, ты же едешь, мне сразу смерть. Ну, правда, так я успел, представь, там банда шла, я успел 1400 по его засвету накинуть, и он еще двушку не стрелял. Ну, то есть, на этой карте, в том положении, это прям волшебство. Так, Сергей Марлынов. В буграх служил в Питере. Понятно, я, честно говоря, не знаю там географию. Но мне кажется, если бы ты написал, что ты бугром был в Питере, мне было бы почетней. Ну и так сойдет. Понятней, да? Да, Макс, привет, удачного стрима. Я начал играть в танки на PlayStation 5. Ага. И что, Ебар, куда он? 1.3. Самое плохо в этом, что ты начал в это играть. И там бабаху светанули, ничего себе. Что думаю, как он в дом уперся. Слушай, Ебар у них такой прям этот геройский. Был. Был, да. Был. Я даже готов сейчас на этого самого. 63. 62 понял, все плохо. Одна. Дом берегу. На том углу. Смотри, где-то бачат еще сидит. Возможно, Михаил. Серва, бачат. Кто знает, кто там еще. Я свелся там, где был 62-й. Прям сейчас готов. Давай, сейчас дам я его. Вот он. Тут СТРВ еще сидит. Угу. Короче, мне скучно стало. Стоят, блять. Ага. Главное, все ринулись тоже, типа, да, мы едем с тобой, давай, друг, вперед. Все стоят, тупорылые, господи. Ни одна собака не помогла. Ну, понятно, что на джойстике тяжелее играть. С непривычки. Опять ждал полного сведения, дождался полного сведения, он ушел за домик. Вот и вся цена этому полному сведению. Интересно, стерва также? А, вот кто-то еще есть. Артабат, артабат, бачат. Они мне все на одно лицо, французы. Ну что, есть у нас тут шанс? Главное, если бы продавили зеленку, я бы выехал на зеленку и прямо поперек бы стрелял этих. Отстрел его. А так. Хэвику не могу помочь. Хэвик дебил. Господи, дурачок. Что он сделал? Просто идиот. Что-то они на город пошли больно, больно рьяно. Хэвик просто идиот, мог объехать его со спины. Поехал я вперед. Ребята, всем привет в чате. Сейчас я к чату вернусь. Дайте доиграть, а может быть даже победить. Может быть, даже победить. Как получить пресс-аккаунт? Как ты его получишь? Слушай, это с Лестой надо быть сотрудничать. И то там не так все просто.
И то они не дадут тебе за красивые глазки. Такое впечатление, что я этими стреляю без оглушки. Хоть его и оглушил, но такой залет непонятный. А что там, кто-то сбил базу, что ли? Ой-ой-ой-шки-ой-ой. Да-да, видел я. Это капец. Фартовый чувак. Приехал бабаху убить. И улетела быка у него. Так, а сбили захват-то? Мне подарочных дали. Я там косо так выстрелил. Попал на утренний стрим. Ну, у кого утренний, а у кого полуночный. Это точно. Или срединочный. Душу еще продадут. Да кто ее знает, Сергей? Кто их знает? Может, они ее засунут в следующие новогодние коробки. Они, видишь, вон, повытаскивали все, что ВГ попрятало, все ПТшки сейчас вон. Поэтому, кто их знает. Слушай, у нас, я смотрю, такие ненадежные товарищи в этом, в команде остались. Ну, видишь, он стоит, да выйди, дай ты ему по жопе. Хотел ссыться. Так, поехал я. Поехал я ловить его. А, меня тут сейчас самого поймают. Таран. Беги, Форест! А все, куда ты бежишь-то? Иди добивай. Не-не-не, я делаю вид, что я убегаю. Ты что? Мне такого нет. Ну затем, потому что бабаха куда она выставится? Так он не видит, что я ухожу. Бабаха там сидит в этом самом. Ну кто знает. На жопе ровно. Не знаю, все сидели на жопе ровно, а потом я только поехал, сразу движуха началась. Ты что, не видишь? Арта в углу как была, так и осталась. Вон, видишь, не рентгенит же он его, значит его там нет. А не, он там чуть вот дальше. Он. О, это мой клиент. Кончай. Тавик далеко в объезд поехал, смотри. Да он вообще в тормоз, я тебе так скажу. Пускай едет. Да он тебе сюда и не закинет, знаешь. Ну, я подожду. Все. Сойдет. Брайан, привет. 261 на холостых. Ага. Так, ребята, может, кого пропустил, там с кем-то не поздоровался. Еще раз всем здорово. Кто считает, что нужно продублировать, еще раз напишите. Если там что-то я такое важное. Кто лайки поставил, вообще хорошо. А левше мечтать. Да слушай, я думаю, они надо. Вот, кстати, вот в эти коробки говёные, в которые они сейчас там выставили, они бы могли левшу положить. Да, мастера дали на ровном месте. Ну почему на ровно? Нормально. 4 урона, 4 фрага, еще 600. Ну. Нормально. Поехали еще. Что-то 261 в раш вошел.